Всем привет, мои дорогие! Ну вот и наступил тот день, когда мы узнаем итоги конкурса. Но для начала я хочу вас поблагодарить всех, кто принимал участие в конкурсе, всех, кто принимает участие в моей жизни, кто смотрит мои ролики. Я не знаю, если бы вас не было, моя бы жизнь, наверное, была бы немножечко пустой. Спасибо вам за то, что вы меня вдохновляете, пишите поддерживающие комментарии, потому что иногда бывает, у меня опускаются руки, иногда мне кажется, что нужно закрыть канал, и просто вот упадок какой-то идет всего, и творческого настроения, и вообще настроения. Но потом я почитаю ваши комментарии, и кто-то пишет, что просто очень ждут моих видеороликов, с утра прям просыпаются, включают. И день начинается с моих роликов. Мои ролики кого-то вдохновляют. И, значит, такие комментарии, они также вдохновляют и меня на новые подвиги, на новые видеоролики. Спасибо вам всем. Благодарю я старых своих подписчиков, кто со мной с самого начала. И также благодарю тех, кто подписался вновь. И надеюсь, мои ролики также будут вам дальше нравиться. Этот конкурс я провела внепланово. Я, когда проводила конкурс на 10 тысяч подписчиков, думала, что следующий будет на 20. Но оказалось, что от 10 до 15 тысяч очень большое расстояние. Но эта вершина уже преодолена, и теперь будем преодолевать следующую вершину — 20 тысяч подписчиков. Ну и еще у меня 15 тысяч совпало с двухлетием моего канала. В общем, поэтому я решила провести вот этот конкурс. Еще раз благодарю всех за участие в этом конкурсе. Ну что, не будем томить уже. Я знаю, что вы волнуетесь, но я на самом деле тоже волнуюсь не меньше вас почему-то, хотя подарок мне не положен. Вот. Но все равно волнуюсь почему-то, и вот уже знаю, что вы ждете, когда же я оглашу результаты и назову фамилии. Я просмотрела сейчас видеоролик там, где итоги я подводила еще в прошлый конкурс. Очень скованно себя чувствовала. Я, конечно, за это время уже более раскрепощенно себя чувствую на камере. И поэтому уже как-то более смело. Но это потому, что я стала снимать влоги. Более смело стала говорить и уже не стесняться камеры. Я вам говорила, что я озвучу результаты в конце влога, но, знаете, девочки, когда я начала снимать влог, я сама уже понимаю, что мне хочется быстрее уже дождаться конца этого влога. И я думаю, что, наверное, то же самое происходит и с вами. И чтобы этот влог у меня не был скомканный, чтобы вы его не мотали туда-сюда вперед, я решила просто отдельно снять видео с итогами, озвучить вам итоги, выдохнуть, чтобы вы выдохнули и уже влог смотрели спокойно, как это делаем мы обычно. Поэтому я отодвинула в сторону сейчас все остальные видосы и вот решила отдельно просто снять вам итоги конкурса. В конце концов, скажите: «Мама, Чоли, не томи уже, давай говори скорее фамилии». Фамилии я сейчас вам озвучу, но сначала вам хочу сказать, фамилии я сейчас еще продублирую в описании. И в описании оставлю я вам свою почту. Девочки, чьи фамилии я сейчас озвучу, победители, прошу вас написать мне на почту ваши адреса, чтобы мы могли выслать вам подарки по вашим адресам. Обязательно указывайте подробно адрес и индекс не забудьте написать. Итак, озвучиваю фамилии. Та-да-да-да! Победителями в конкурсе стали Юлия Харитонова, Олеся Иванова, Ольга Федотова. Поздравляю победителей с выигрышем, с подарочками. Жду ваши адреса и надеюсь, что вы дальше останетесь на моем канале, и мы будем идти к следующей вершине — 20 тысяч подписчиков. Ну, а на этом я свое коротенькое видео-послание заканчиваю. Не буду говорить «подписывайтесь», потому что вы уже все, кто сюда зашел, подписаны. Не забывайте ставить лайк. И до новых встреч. Пока-пока.